Малый зал Ленинского мемориала, где завершились ремонтные работы, стал местом встречи губернатора Сергея Морозова с музыкантами и руководителями Ульяновского государственного академического симфонического оркестра «Губернаторский». В апреле прославленному коллективу исполнится 53 года. Накануне дня рождения решили обсудить, что станет для него лучшим подарком. Я бы мог предложить вам подумать над предложением губернатора стать самостоятельной юридической организацией и таким вот образом совершить еще один мощный шаг вперед. И готов проговорить, если не только сегодня, то в ближайшее время, об этом мощном шаге. Также глава региона предложил музыкантам коллектива подумать над именем оркестра. Коллектив-то имеется с великой историей. Доказал уже и всем, и скептикам, и родителям о том, что это коллектив, у которого не только хорошие корни, но и искренне верю, замечательное будущее. И безымянный. Там то, что он губернаторский, это не имя. Это просто статус. Директор Ленинского мемориала Лидия Ларина отметила, что симфонический оркестр – центральный коллектив данного учреждения культуры. Она согласилась с губернатором, что оркестр может стать самостоятельным. То, что сейчас предложил губернатор о том, что да, нужно думать о том, что как отдельная структура, да, возможно, такое существует на территории Российской Федерации. Такие существуют оркестры, прежде всего, в республиках. Такие республики, как Татарстан и республика Башкортостан. Тем не менее, руководитель мемцентра подчеркнула, что и в составе Ленинского мемориала коллективу предоставляются все возможности для его развития. 3 года главным дирижером и художественным руководителем оркестра является Илья Дербилов, яркий представитель петербургской дирижерской школы. При нем состав коллектива вырос, изменился его репертуар. Оркестр был приглашен с концертом на главную сцену зала имени Петра Ильича Чайковского. Коллектив не раз был на гастролях и готовится вновь выступить на сценах страны восходящей. В первую очередь, я считаю, что Ульяновский академический симфонический оркестр – это достояние области. И здесь, мне кажется, что нужно говорить о том, как мы будем работать с нашим населением. Потому что, как мне кажется, одним из очень важных моментов является создание фестиваля Ульяновского академического симфонического оркестра. Финансовая поддержка оркестра на региональном уровне – это еще одна важная составляющая, необходимая для развития коллектива. И она всегда существует. Так, 2 года назад началось обновление музыкальных инструментов оркестра. Еще одна часть будет закуплена в этом году. В конце встречи губернатор подчеркнул, что обязательно будет обращено внимание на уровень зарплат музыкантов не только со стажем, но и молодых. И к следующему году они обязательно вырастут. Ирина Антонова, Александр Кудряшов, Улправда ТВ.